основном, когда курс доллара растет, растут цены на импортированные товары. В этой связи мы ожидаем, что на импортированный товар будет постепенное снижение. И в целом по экономике инфляция будет постепенно снижаться. Вот эти месяцы, они как раз пиковые сейчас, да, более 20% сейчас инфляция скатывается. Думаю, через 2-3 месяца уже на спад пойдет. И мы уже в уточненном бюджете отразили уровень инфляции, дело 7,5-9,5%. Поэтому мы будем таргетировать данный уровень и в целом ожидаем снижения цен.